Никита всегда хочет испытать себя на прочность, а вот Катя не готова рисковать и выходить из зоны комфорта. Они попробуют все самое интересное, выяснят за и против и выберут для вас только лучшее. Всем привет, это рубрика «Активный отдых», и, честно говоря, сейчас ее отдыхом никак нельзя назвать, потому что я уже полчаса жду Катю, которая постоянно опаздывает, даже на съемку. Так, все, я уже пришла. Наконец-то, ну поздоровайся. Привет, привет, друзья. Что это у тебя? Это мы сейчас подержать сегодня, или кататься? Мы сегодня будем кататься на роликах. У-у-у. Ты не рад? Почему ты так против роликов? Я все детство на них прокаталась, и это были лучшие воспоминания. Вот, а я все детство с них падал, и поэтому я не особо их люблю. Знаешь что, Никит, я тебе докажу, что за одно занятие можно научиться кататься. Катя, это нереально, ты понимаешь? Пойдем, и я это тебе не... покажу. Я не буду, пойдем. Я не буду на них кататься. Катание на роликовых коньках становится все более популярным среди детей и взрослых. Это занятие имеет множество плюсов. Тренировка вестибулярного аппарата. Совершенствуется чувство баланса и координации. Улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также опорно-двигательного аппарата. Тело становится все более гибким и пластичным. Фигура изменяется пропорционально сожженным калориям. Но есть и определенные минусы, которые тоже стоит учитывать. Качественные ролики и принадлежности для защиты стоят довольно дорого. Кататься на роликовых коньках можно только на ровной поверхности. Один из травматичных видов спорта. После того, как мы изучили все достоинства и нюансы катания на роликах, пришло время приступить к обучению. И в этом нам поможет наш тренер Алексей. Алексей Сафронов – чемпион Украины по хайджампингу на роликах. Рекорд – 2,5 метра. Итак, расскажите, пожалуйста, как же правильно кататься на роликах? С чего нужно начать? Изначально ставим пяточки вместе, носки вровь. Колени держим согнутыми. Наклоняемся вперед, ручки перед собой вставляем. При этом переваливаемся с ножки на ножку, поставляем пяточки к пяточке. Начинаем с правой ножки. Приподнимаем ножку и пяточку к пяточке. Все уже плохо. Все уже очень плохо. После того, как мы поняли принцип катания на роликах, сейчас мы научимся останавливаться. Изначально мы поедем. Уже? Да. Теперь ставим ножки на ширине плеч. Я как-то... Супер! Оп. Пока я еле справлялся с роликами, Катя, похоже, нашла себе нового соведущего. Но я не расстроился, потому что у меня тоже появились новые друзья. Ребята, привет! Как вам? Как вам ролики? Остановите меня. Вы давно занимаетесь? А ну, ты можешь показать, что ты умеешь? Не нужно забывать, что одежда должна быть удобной и комфортной для катания, а также о мерах защиты локтей, рук, в общем, и всего остального. При катании на роликах очень важно всегда чуть наклоняться вперед. Соблюдая это правило, вы спровоцируете правильное падение, а экипировка защитит вас от травм. Девочки, подождите. Даже девочки не хотят со мной вот такие вот кататься. О чем можно говорить? Поехали со мной, Катя. Даже Катя не хочет со мной кататься. Одной из причин, по которой дети быстрее овладевают техникой катания на роликах, является то, что они более привычны к падению и, соответственно, меньше боятся упасть. Забудьте о страхе и начните получать удовольствие. Девушки, катание на роликах сжигает лишние калории и делает ягодицы и ноги более рельефными. Поэтому в данном случае можно сказать не наприседала, а накатала. Друзья, сейчас будет смертельный номер. Уровень экстрима средний. Сложность – научиться правильно держать равновесие. Друзья, это очень-очень круто. Пробуйте, экспериментируйте, и я вас уверяю, вам точно понравится. Занимайтесь активным отдыхом. Всем пока-пока. Пока. Пойдем, Никита, я тебя научу еще лучше кататься.
Yeah.